Да. Вот этот второй абзац, когда ты овца, какого хера ты? Мне это сказал, вот, ну, нельзя говорить, нам не запомнить, да. Ну. Тут чуть-чуть такой текст. Не, давай, у меня здесь указано, после того, как ты высказываешься, я агрессирую тебя. И ты должен как бы прыгать. Ну, я буду агрессировать. А ребята, они же как, они будут заступаться тебя, правильно? Да, но если не заступятся... А там сколько, там 3 человека, да? Если не заступятся, я убегу. А вот смотри, написано, Лерка встает и начинает разборонять нас. Кто будет тебя заступаться, 3 человека, им тоже раздали. Да, раздали. А я еще не смотрела их текст. Смотри, тут по тексту, в общем, сначала у тебя должны пройти легкие, вот, как Леша встает, а начинает агрессировать на лобном месте, дальше должна вступиться Лера. Ну да. Вот. Это все у нас протекает здесь. Вот. И тогда бахнем нормально, да? Конечно, давай. Все. Главное, чтобы было все правдоподобно. Давай, блин, у меня на этот день столько вообще движухи здесь написано. Ты главное слова не пишешь.